Добрый день, дорогие друзья. Мы находимся в городе Ногинске, где проходит традиционный баня-фест. Это то событие, которое объединяет и любителей, и профессионалов банного дела, и производителей печей показывают свои новейшие разработки. Мы находимся на стенде компании Везувий, которая показывает две совершенно новые печи, два прототипа. Один Aston, другой Этна. Давайте немножечко поверхностно пока посмотрим, чем эти модели отличаются от того, что мы привыкли видеть. Ну, во-первых, если обычные Астоны сделаны из стали 09G2S, то этот прототип полностью чугунный. Обратите внимание, новая широкоформатная дверь вертикальной направленности. В такой двери очень интересно наблюдать за игрой пламени. Дверь полностью закрывает и топочное пространство, и зольник. Это улучшает качество горения, такая дверь более герметичная, такая печь будет более экономичная и более управляемая. Топливник также сделан из чугуна, поэтому не думайте, что здесь поместится дрова небольшого размера. Здесь можно топить и в топке, и в тоннеле. Это очень удобно. В дальнейшем у этой печи планируется еще сделать дожигатель уходящих газов, что повысит ее КПД. Но сейчас уже КПД повышает вот такая вот турбокатушка. Что это такое? Это и отсекатель пламени, и закрытая каменка. Внутри сделана труба из нержавеющей стали 430 марки 3 мм. Чтобы получить пар из этой закрытой каменки, используется вот такая паровая пушка, которая идет в комплекте. Заливаете воду сюда, и она поступает в наиболее разогретую часть, где камни имеют температуру 250-300 градусов. Печь очень износостойка, потому что она сделана из чугуна. Я думаю, что гарантию производитель на нее даст повышенную, как и на все легенды. Посмотрите на второй экземпляр. Это обновленная Этна. Вы видите уже новый кожух в новом дизайне. Но что примечательно, вот эта вот история. Кодовое название Турбопар. Это съемная насадка, которая подходит практически под любые печи Везувий. И представляет из себя также закрытую каменку, которую мы только что видели в Астоне. Но здесь толщина нержавейки уже 4 мм. Также 430 марка стали. Полностью чугунная закрытая каменка является также и способом увеличить КПД у этой печи. Плюс патрубок, который также является интересным дополнением, так как вам не нужно будет подбирать необходимый диаметр дымохода. Здесь один, перевернули, он другой. Очень удобно. Дополнение к турбопару можно приобрести вот такую вот сетку, которая идет стилизованной под основную сетку каменку. И при такой эксплуатации заложенные камни не будут у вас выпадать. Если вы дополнительно приобретете вот такую паровую пушку, то получите хороший, качественный мелкодисперсный пар. Вот такие вот новинки в 2021 году. Ждем печи в серии.